Челябинске прошло первое онлайн-заседание по реализации проекта «Умный город». В состав экспертного совета вошли 53 человека – сотрудники IT-компаний, бизнесмены и чиновники, представители Южноуральского государственного университета и специалисты в сферах городского хозяйства. Председателем стал ректор ЮРГУ Александр Шестаков. Его заместители Леонид Вахромеев, председатель совета директоров компании «Интерсвязь» и Антон Коржов, проректор по научной работе ЮРГУ. Отметим, что в реализации проекта «Умный город» будут работать эксперты по внедрению прорывных технологий, а качественные изменения в городе коснутся всех сфер жизнедеятельности.